Между тем, в Тюменской области растет количество семей с детьми. Сейчас их почти 270 тысяч. В них воспитывается более 400 тысяч детей. С каждым годом становится больше многодетных семей, свыше 38 тысяч. Многие из них получают награды, в том числе и федерального уровня. У нас 8 семей являются получателями ордена «Родительская слава», и 18 семей являются получателями медалью «Родительская слава». Это высокие награды, и они утверждены приказом президента Российской Федерации.